Студенты японского университета Канадзавы начали свою стажировку в КФУ. В казанском вузе они занимаются научно-производственной и научно-исследовательской практикой. All students kind to foreign student, I think, because everyone kind to me. For example, they give some tea or a lot of talks with me. And so on. So I'm happy to study here with you. Японские студенты занимаются в химическом институте, институте физики, институте фундаментальной медицины и биологии и высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ. Impression of the people in this laboratory is so very kind and so tough. 22 августа на стажировку в Казанский федеральный университет приедет новая группа студентов из Канадзавы. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленардо Валитьяров, Универньюз.